лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Не дождусь тепла погоды в ледяном саду, прямо к Богу черным ходом вечером пойду. Попрошу у Бога места, теплый уголок, где бы мог я слушать песни и писать их мог. Где бы мог я слушать песни и писать их мог. Я б тихонько сел у печки, шевелил дрова. Я б выдумывал без свечки теплые слова. На-на-най, на-най, на-на-на-на-на, та-на-най, на-най, на-на-най, на-най, на-най, на-на-най, на-най. Тают стены ледяные, тонет дом в слезах, и горят твои ночные влажные глаза. Попрошу у Бога места, теплый уголок, где бы мог я слушать песни и писать их мог. Где бы мог я слушать песни и писать их мог. Спаси Господи. Здравствуйте, дорогие мои. Сегодня у нас в гостях Ирина Лапина. Да, мы сегодня... день. Да, здравствуйте. Мы сегодня решили изменить немножко сценарий нашей передачи и начать с песни. Ну, потому что сразу по песне видно человека, чем человек дышит, о чем думает. Ирина Лапина, она позиционирует себя как музыкальный иллюстратор, а также она является членом Союза писателей. Расскажите немножко о себе, Ирина. Ну, в Петербурге я появилась в 1994 году. Мы уехали из города Сердинска Архангельской области с подругой Светланой Дубровской и с детьми. И мы пели в переходе в питерском. А потом я сказала: «Света, мне за тебя страшно», поскольку она была некрещенная. И я привела ее в Александр Невскую лавру. И здесь батюшка ее покрестил, и я являюсь крестной мамой Светы Дубровской. Вот. И эта песня, которая сейчас прозвучала, она как бы песня такого нашего перемены судьбы. Мы сами с Божьей помощью, конечно, мы поменяли свою судьбу на 180 градусов. Вот. И мы пришли в Александр Невскую лавру, Свету покрестили нас. Мы ходили на собрание для паломников и трудников. В конце концов, мы выбрали Старую Ладогу. И в 1994 году нам выдали очень много денег. Как сейчас помню, 274 тысячи, и сказали: «Езжайте, девочки». Мы вышли, сели на скамеечку около лавры и долго сидели молча, потому что это был, конечно, шок. Не спросили ни паспорта, ничего. Для нас таких вот еще мало таких верующих людей тогда. Вот это было шоком. Ну и так мы поехали, сели в электричку и поехали. А почему Старая Ладога?
Потому что были монастыри, храмы и города и села, где не брали с детьми. А я еще нашла недавно свою старую записную книжку 1994 года, и там список монастырей и храмов, где брали с детьми. То есть мы были с детьми. И нам сказали, кстати, нам сказали, позвоните отцу Евстафию. Света позвонила отцу Евстафию. И пароль был такой. Батюшка сказал, спойте, пожалуйста, по телефону «Господи помилуй». Света спела «Господи помилуй». И батюшка говорит, приезжайте. А что, вы сказали, что вы певчие, что ли? Что вы поете? Или как? А, вы же пели в переходе. Нет, мы ему ничего не говорили, что мы певчие, что мы пели в переходе. Он просто вот спросил именно это. И потом спросил, поют ли дети, и когда мы уже... Ну, это уже потом я расскажу. И приехали позже. Вы в Старую Ладогу, и что там? И он через 2 месяца купил фортепиано, пианино. Поставили в трапезный храма. Храм какой? Иоанна Предтечи. Это... Собор Иоанна Предтечи. В Успенском? Нет, но он отдельно стоит. Это отдельно, был, да? Иоанновский монастырь раньше. Угу. И там кормлялось все село около этого монастыря. Угу. То есть вы из Архангельской области... Да. Приехали в Петербург. Какая у вас цель была? Что-то там... Вы уехали, да, от чего-то там? Я уехала от своего алкоголизма. Я поняла, что я погибаю. Я в то время работала в торговле. В общем, я могла заработать очень много денег, но меня это не радовало ничего. Я поняла, что я просто гибну. Вы решили начать новую жизнь, да? Я решила вообще... Я уехала вообще с одним паспортом и с детьми. Я... Все оставила за собой, за спиной. И приехала, и вот мы начали вот, петь в переходе. Да, сегодня мы в нашей передаче проследим, что же было дальше у вас, да, в вашей жизни. И, а как вы... Вот, вы говорите, что вы подарили... Вы мне подарили диски, говорите, что вы вот собирали это 20 лет. 10. 10 лет, да. И... Вы искали стихи, да, которые созвучны вашей душе. Да. И писали на них музыку, да? Вы еще говорите, что вы иллюстратор. Ну да, потому что композитор это... Я понимаю, что Моцарт, Бетховен – это композитор. А какой композитор? Я иллюстрирую просто... Потому что в стихах уже заложена музыка. И хочется просто это как бы... Задача была какая? Задача была... Если как бы молодежь стала меньше читать поэзию, у меня была задача донести до людей поэзию, прекрасную поэзию, значит, вот с помощью песен. Вы параллельно воцерковлялись? Да, конечно. В итоге вы сейчас поете даже в храме, да? Да, и это великое счастье, великая награда. Я пою в Староладожском Никольском монастыре, в церковном хоре. С ноября 2013 года. Слава Богу. Слава Богу за все. Да. И теперь Ладога, она стала для вас... Чем она? Ну, это... Родина там, где ты любишь, живешь, где ты творишь. Это очень... Я когда возвращаюсь в Старую Ладогу, там такой холмик, поднимается автобус, и у меня слезы сразу, потому что Ладога для меня – это все. Ладога, ну, твои родные города – это там, где твои родные люди. Там Светин дом, в котором я тоже живу. Дети ее и мои. В общем, все мы там, в Ладоге. А Света там сейчас? Да. Понятно. У нас был дуэт-баллада, но с ней случился инсульт 8 лет назад. И поэтому я за ней ухаживаю вместе с ее детьми. Вы могли бы спеть что-нибудь из своего репертуара про Старую Ладогу? Да, как раз на стихи Светланы Дубровской. Она написала стихи, да, сама? Она тоже член Союзописателя, но у нее, она поэт. Поэтому на ее стихи песня прозвучит «Лада моя Ладога». Здесь время не бежит, а движется устало. Перелистав себя, не жаждет перемен. За множество веков земля тучнее стала от кровушки людской внутри подземных вен. Лада, моя Ладога, ты к душе как ладанока,
навсегда прилатана шелковым шнурком. Звонами дала да нам, звонами дала да нам, звонами дала да нам, ты поешь о ком. Здесь после суеты земля зовет к привалу раскинуться и ввысь, задумчиво смотреть, читая в облаках, как Бога призывала безвестная душа, привыкшая гореть. Лада, моя Ладога, ты к душе, как ладанка, навсегда прилатана шелковым шнурком. Звонами дала да нам, звонами дала да нам, звонами дала да нам, ты поешь о ком, о имени твоем расскажет луч случайный, пришедший побродить по храмам в тишине. И звон колоколов прозрачный и печальный когда-нибудь тебе напомнит обо мне. Лада, моя Ладога, ты в душе, как ладанка, навсегда прилатана шелковым шнурком. Звонами дала да нам, звонами дала да нам, звонами дала да нам, ты поешь о ком. Спаси Господи. Вы передали, да, свое настроение, отношение к этому месту, да? Конечно. Где вы обрели веру? Да, более прочно, чем была, это естественно. Но все равно все мы грешные, маловерные люди. Но душа тянется. Я говорю, что мне очень себя чувствую спокойно. И как-то просветленно, конечно, в церкви. Моя бабушка ходила 95 лет в церковь. Сколько я ее помню. Поэтому, наверное, она сыграла в моей жизни очень много, большую роль. Как ее звали, бабушка? Елена. Елена. А там Северодвинский, да? Нет, это у меня корни белорусские. Мои родители из Беларуси поехали на заработки на северный крайний, как мама рассказывала. Долго они ехали и приехали. Это были 50-е годы. Вот. А все родственники у меня по крови – это поляки и белорусы. Пою я только потому, что никто у нас в семье не поет. У нас трое детей, но никто не поет. И пою, и так понимаю, что отец в Беларуси, оказывается, где-то в юности пел в маленьких кабачках. Какой-то талант передал. Да, передал. Музыкальный слух. Я хочу тоже с вами поделиться песней. Вот так у нас традиция такая. Песня называется «Разрешилось небо дождем». Разрешилось небо дождем, мы сидим и хлеба все ждем. Эх, пойти бы в поле, где рожь, и расстаться с болью под дождь. Твой дом, мы в него без боли войдем. Было бы немного любви,
эх, беги, дорога в пыли. Трогали этой песней. Спаси Господи. А я, знаете, что, как ее написал? У меня есть тоже местечко очень любимое. Деревня Базарова. Угу. Я туда ездил в детстве к бабушке к одной. Параскева. Царствие небесное. Она жила прямо вот дом, поле, на котором лен и васильки, а за ним кладбище. И там написал: там за полем твой дом. Мы в него без боли войдем. Понятно. Было бы немного любви. Хотя бы немножко было любви в нас. И вот тоже, послушав ваш рассказ о любимых местах, я вспомнил эту песню. А сейчас как? Вот чем вы сейчас занимаетесь? Я преподаю в школе искусств классическую гитару. Но самое главное для меня, конечно, это Света, чтобы она подольше жила и чтобы она выздоравливала. Света и монастырь. И хочется сказать всем, что не надо никогда сдаваться. Господь нас не оставляет. Потому что я не погибла, я осталась жива. Мало того, что жива, я еще пишу песни, пишу стихи. Мы со Светой вышиваем ризы для икон своей техникой. В общем, очень много занятий на земле, которыми можно заняться, кроме алкоголя, наркотиков. Не унывать. Унывать тем более нельзя, конечно. То есть надо поменьше говорить и рассуждать, а просто заниматься любимым делом, которое тебе лежит на сердце. Петь песни, радоваться жизни, радоваться тому, что ты на свете живешь. Ну, вы ощущаете свою жизнь как служение? Конечно. Да. То есть вот полностью переключились. О себе вы забываете, наверное, да? Да. Стараетесь забывать. Стараюсь забывать. Ну, конечно, прорывается эгоизм. Но я стараюсь забывать, конечно, о себе. Я вот поинтересовался вашим творчеством. В интернет заглянул. Вы там поете, и перед вами сидят дети. Они такие, ну, немножко балованные, не слушаются. А вы все равно поете, как бы углубленно в себя. И они в этой атмосфере находятся. Вы стараетесь и перед детьми выступать, передавать им, да, вот все эти ощущения. Да, конечно. И иногда и в школе искусств ребенок на уроке, когда ему совсем плохо, они приходят очень уставшие, я говорю: давай я тебе спою. Да? Есть детские песни, не обязательно мои, а просто детские веселые песенки. И ребенок как-то оживает, начинает улыбаться. Уже урок по-другому идет совсем. Здорово. Надо мне тоже попробовать как-нибудь. Хотя я практически тем же, ну, занимаюсь, только там для взрослых. Для детей еще не рисковал написать. Хотя у меня есть мысли написать что-то детское, но это такая, ну, я не знаю, это надо талант такой, чтобы написать для ребенка, чтобы ему было понятно, и чтобы этого не было в этом лицемерии и заигрывании с детьми, а действительно искренне. Что Господь же говорит: будьте как дети. Да. Вот самому хочется быть как ребенок, тогда тебе и ребенок поймет. Да, и поймет, и поверит тогда, да. Да. А то мы все назидаем что-то. Вот, а дети только, это детей только отталкивает. Вы нам еще что-нибудь споете? Да. Никогда не надо терять надежды. И хочется пожелать вам в эти пасхальные дни больше радости. Песня называется «Я ждала». Я ждала, но здравствуй, золотая, желтый лист на ближний рейс билет. Журавли, прощаясь, улетая, в сердце оставляют светлый след. Журавли, прощаясь, улетая, в сердце оставляют светлый след.
ты опять проездом ненадолго. Дай же понесу грибную кладь, там за полем мерзнут лес и Волга. Ветер недовольный морщит гладь, там за полем мерзнут лес и Волга. Ветер недовольный морщит гладь. Может быть, тебе не все рады, может быть, не ждали, ты прости. Подожди, присядь со мною рядом, жизнь прожить не поле перейти. Мне вовек тобой не надышаться и твоей земною красотой. Ты уйдешь, а я боюсь прощаться. Не спеши, побудь еще, постой. Ты уйдешь, а я боюсь прощаться. Не спеши, побудь еще, постой. Расскажите что-нибудь о этой песне. Песня на стихи Надежды Веселовой. Это город Старица. Но в 2002 году мы со Светой организовали фестиваль «Февральские сонеты» в Старой Ладоге. И к нам приезжали со всей страны люди, музыканты, поэты. И вот приехала Надежда Веселова, первый раз ее видела. Она положила на стол, вернее, я взяла у нее книжку, первую ее, которую она издала. И открыла эту книжку, и книжка открылась на этой странице, где вот это стихотворение. «Я ждала, но здравствуй, золотая». Я так обалдела от этих стихов. Я вообще подумала, что эта песня как бы стихи о женщине. Ну, эти стихи вообще об осени. И вот познакомилась с Надеждой и узнала, что она вообще торговый работник, никогда стихов бы не писала в жизни. Но так Господь решил, чтобы она вот... Сейчас она издает уже седьмую книгу стихов. И мы тесно общаемся. И она ведет литературные какие-то... Какой-то клуб, я не помню сейчас название его. Литературный клуб, да, у них Старица. У них фестиваль проходит тоже, пушкинские встречи. Mm-hmm. В общем... А вы знаете, у нас был недавно в гостях отец Андрей Гуров. Он сейчас под Старицей, в Старицком районе, в Берново. Храм. Он сейчас настоятелем там, в Берново. Вот, так что я думаю, что они... Они знакомы. Знакомы, наверняка, да? Наверняка. Потому скорее. Что в Берново... Я была из Старицы, в Берново. Они знакомы, скорее великолепно. Всего. Я тоже бывал в детстве. Великолепные места. Я сам из Тверской области. Вот видите, в Петербург приезжают люди из Северодвинска, из Тверской области, из Старицы. Из разных городов. И что с ними происходит, интересно посмотреть. Вы вообще вот ощущаете... Ну, свое существование, вы вот в каком-то культурном слое, да, вы пытаетесь сохранить культуру, чистоту. Понимаете, что да, это необходимо сейчас в наше время. Да. Когда идет так, столько грязи. Конечно. И вы-то там непосредственно у себя в Ладоге этим занимаетесь. Да, не только в Ладоге. Меня приглашают проводить творческие вечера. Вот последний творческий вечер был на Ладожском музее. И я взяла записи, ну, мы прослушивали сначала записи поэта Серебряного века в авторском исполнении. В общем, это была такая вот программа связанная, потому что у меня есть песни еще на стихи поэтов Серебряного века, и я решила вот такую вот сделать типа лекции, типа просвещения такого людей, которые вот пришли на мой концерт. Mm-hmm. Не только свое творчество, но также вот поэзию. Mm. Приобщить есть, людей. Приобщить, да. Если возможность. Есть да, такая, если да? есть такая возможность, да, конечно. Слава Богу за все. Слава Богу за все. И хочется сказать, чтобы люди, попавшие в беду, не отчаивались, потому что Господь нас не оставляет.
И вообще Россия находится под покровом Богородицы. Поэтому русские люди, они такие вот простые, хорошие и должны спасаться. Не надо падать духом. Да, и как раз сейчас пасхальные дни. В пасхальные дни особенно надо радоваться жизни. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что, да. Ни на болезни, ни на скорби. Ходить в гости, петь песни, заниматься любимым делом. Все, что вы хотите. И Христос воскресе. Воистину воскресе. Ну и своим друзьям, наверное, хотите что-то сказать? Своим родным, близким? Пожелать тоже. Я хочу пожелать всем здоровья, радости во Христе, всякого благолепия, чистоты. И хочу сказать еще, чтобы у человека, и в данном случае у моих родных и близких, не было никакого страха, кроме страха Божия. Спасибо, Господи. На этом наша передача заканчивается. С нами была Ирина Лапина, писатель, иллюстратор, как она себя называет, музыкальный иллюстратор. Божья вам помощь, Ирина, в вашем делании. Надеюсь, мы с вами еще встретимся. Вот и на творческой мастерской приглашаю вас. Спасибо. В театр «Странник». Поделиться своим творчеством. Спасибо. Божьей вам помощи. Ангела всем хранителя. До свидания, до новых встреч. До свидания.